Я благодарю всех вас, что вы, оставив свои попечения, пришли сюда, поднялись, увидеть, что здесь происходит, как мы трудимся, еще и молитвенно поучаствовать в этом благом деле. Давайте сейчас совершим чин освящения купола и крестов с тем, чтобы воздвигнуть купол и крест Господень на наш малый храм в честь святителя Игнатия Брянчанинова. Поможет нам Господь. Купол доставили из Ростовской области. Диаметром около 3 метра и весом более 800 килограммов. Он теперь будет украшать малый храм комплекса в честь святителя Игнатия Брянчанинова. Перед установкой купол и кресты осветили по всем правилам. Этого события с нетерпением ждали все жители Супсехского сельского округа. Мы сможем здесь покрестить детей своих, сможем прийти и пообщаться с Господом, с Отцом Владимиром. Действительно прекрасное событие в этот замечательный летний прекрасный день. Всех с праздником! Установка заняла около получаса. Несмотря на сильный ветер, массивный купол установили с ювелирной точностью. По окончанию строительства основного здания начнется благоустройство прилегающей территории. В планах также обустроить здесь небольшую парковую зону.